Я найду своего сына. Татюр, сюда!
Боги послали мне удачу. Ты всегда приходишь вовремя. Чем тебе помочь, Хервер? Позволь испить твои силы. Знаю, моя просьба ужасна, но я отплачу тебе старицей. Можешь пить столько, сколько надо. Благодарю. Мой клинок твой. Thank you.
Тебе кровь! Тебе и сейф не спасет! Да уж нет! Ищет. Что ж.
Нет! Нет! Да! Нет! 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 Я горю! Я горю! Придется подлатать. Проклятье! Нет, огонь! Нет, нет, нет! Я горю! Придется подлатать. Нет! Я горю! Нет, огонь! Да, нет, нет! Я горю! Проклятье! Нет! Придется подлатать. О! Нет, нет, нет. Нет, огонь. Леденящая душу смерть! Я только разогреваюсь. Меня ничто не остановит. Доброй битвы, отец! Хочешь получить? Возьму. Thank you.
Не сейчас.
Что ж, давай, старик, рассказывай. Пришли ко мне трое юношей. Хвостуны, пьяницы и грешники. Их друга забрала смерть. И они решили в отместку ее проучить. Глупцы. Мой народ не чтится обуздать смерть. Мы приветствуем ее. Да. Но они грубо потребовали. Скажи, где искать смерть? Ты ведь стар. Ты точно знаешь? Вы правы, ответил я. Она в лесу за моей спиной, под большим дубом. Туда они и пошли. Странная история. Неотвязная, как страшный сон. Это тот дуб, о котором говорил старик. Смерть. Так вот, что старик имел в виду. Но что здесь произошло? Задушен. Это не разбойники. Смерть от яда. Он не защищался. Явно не подозревал об отраве. Судя по цвету лица, этот умер от яда. И до чего же он пытался дотянуться? Еда и я. Зачем было разбивать лагерь, если они, как сказал старик, искали смерть? Серебро. Оно явно сыграло свою роль в несчастье. Значит, троица нашла под деревом сокровища. Разбили лагерь, двое убили третьего. Но он успел подготовиться заранее и уже отравил их Хель. Значит, брат Сембра довел гонцов до убийства. Похоже, они все же нашли смерть. Или смерть нашла их. Стражников. Let's go.
Тут тебе норны. Убил или что-то еще? Все это бредни безумца. Но надо признать, что звери и правда его одолевали. Он сам выполнил свое пророчество, а природа помогла.
что за вонь? Мусор и гнилье. Он никуда не выходил от страха. Не мудрено, что запах привлек крыс. Он был в ужасе. Думал, что проклят за убийство волчицы и ее волчонка. Здесь лучше не шуметь.
Что видишь, Сюнин? Горю!
Если меня узнают, будет плохо. Слышал об этом. Вся прибрежная часть сгорела. И все же нашими усилиями жизнь люнданцев становится лучше. Ты не первый человек, заснувший в дозоре, но самый громкий из всех. Я не хотел подводить тебя, Ярл Гутрум. Задремал лишь на мгновение. Я так устал. Как и все мы, мальчик. Путь сюда был тяжелым. Но впредь не расстраивай меня. Понял? Мой Ярл, я... О, прости. А ты верно Эйвор? Я наслышан о тебе. Говорят, ты хорош. Посмотрим. Я Эйвор из клана Ворона. Я исходил эту землю вдоль и поперек. И мои подвиги воспевают скальды. Хвастают те, кто в себе не уверен. Великим это ни к чему. Эйвор намерен спасти Сигурда от безумицы Фулки, засевшей в замке Портчестер. Если ты хочешь стать королем Уэссекса, замок должен пасть. Союз выгоден всем нам.
Мне обещали войско, но с теми, кого ты собрал здесь, не захватите сад какой-нибудь старухи. Здесь не все мои воины. Где остальные? Союзники в пути. Проявим терпение. Нам некогда их ждать. Выступим сразу, как сможем. С таким войском? Тебе не терпится попасть в Альгаллу? Я не буду просто так сидеть здесь, пока Сигурд в лапах этой дряни! Нам нужно встать лагерем в лесах к востоку от Порчестера. Но мешают лазутчики. Я избавлюсь от них. Скажи, где они, и я ослеплю Фулке. Один на дороге между Бригвортом и Чичестером, второй у реки к северу от Кроли, третий на холмах к югу от Кройдена. Это те, о ком мы знаем. Возможно, их больше. Придется рискнуть. Я найду лазутчиков, а вы отправьте людей к Порчестеру. Это неразумно, Годи вороньих жертв. Мы будем уязвимы, если нас заметят. Хочешь победить? Действуй! Каждый час может стать для Сигурда последним. Надеюсь, они в тебе не ошиблись. Эйвор созвал много союзников из разных земель. Вроде этих воинов. Бротер и Бродер, верно? Полегче, Сакс! Мы на войне. И не ищем тут друзей. Васим, рад тебя видеть. Какие вести принес? Фулки в Порчестере. Как мы и думали. 3 дня назад Сигурда видели с ней, и он был жив. Это замечательно. А ты как? Цел. И хочу вновь увидеть старого друга. Уверен, он будет тебе очень рад. Ярл Гутрум. Сома рассказывала о тебе и твоих победах. Моя память хранит лишь одну битву. Великий бой, что тянется с моего первого вздоха до сего мгновения. Великолепно. Будто в Вальгале. Возможно, так. Но что, если у всех мертвецов одно лицо, а их мольбы слились в бессмысленный вой? Где погиб Торстен? На поле или в болоте? Мы были как братья, а я не помню нигде никогда. Зачем вставать под мое знамя, если сомневаешься во мне?
Мне нужен Порчестер. Тебе то, что скрыто внутри. Как же я могу упустить такую возможность? Тогда верь в меня. Вместе мы победим. О, вера. Загадочное слово. У Эссекса оно звучит часто. Не знаю, каков его смысл. Эйвор, мой дорогой норвежец. Почему мы плаваем вместе лишь по бурным волнам? Такова жизнь. Но в эти темные времена встреча с друзьями как проблеск света. Ты не унываешь, Стоу. Я рад встрече с вами. Любезности не жди, со мной лишь мой клинок. Проверим, что полезнее. Эйвор, миска ты лосиной мочи! Король Озвальд велел кланяться. Бротер, бродер, я ведь вас не перепутал? Я рад тебя видеть, Эйвор. Хватит мяукать, как несчастный котенок. Он хандрит с самой свадьбы. Вспоминать прошлое будем позже. Что, безумцы, готовы пролить кровь? После мерзавца Руда саксы будут для меня легкой добычей.